Вот он, блогер с утра. Бузуна. Да? Пару часов. Пару часов назад вернувшись. Че пару? Че реально пару? Маша съела. Маша, правда ты съела? Маш. А кто съел? Да. Ляля. Ляля съела? Нет, а Маша. А как Лялю зовут? Маша, посмотри на маму. А кто съел конфеты? Маша, кто? Маша съела. Кто? Ляля съела? Все-все съела? Ты что, тебе не оставила, что ли? Ни одной не оставила конфеты? Так, что будем делать? Скажи, Маш, скажи, это была? Я съела. Скажи. Маш, вкусно скажи, было? Вика, это я съела. Я съела. А Машке отдала свой. Ребят, знаете картинку? Девочка и персики. Смотрите. Мальчик. Мой мальчик и персики. Ой, ты только все не съешь. Ну, как бы всем надо дать попробовать. Что, пробовать персики, персики? Hello, всем привет! Сегодня я делаю заготовку на зиму, готовлю компотики, смотрите. Вот такая вкуснятина. Честно сказать, компоты я, наверное, никогда не закрывала, наверное. В общем, я почитала в интернете, что надо лучше промыть, банки простерилизовать, крышки простерилизовать, залить кипятком и дать постоять, чтобы вода стала теплая. Потом это снова опять закипятить. И когда, пока будет закипать рассол, ну не рассол, компотик, вот, надо будет в каждую банку, я решила, там пишут по полстакана, но я решила по 600 мл добавлять сахара в каждую баночку. Пусть будет это сладко, но я думаю, это будет кисло-сладко, потому что обычайная такая кисленькая. Вот. Молодец я? Я думаю, что молодец. Вот, а что, зимой будем компотики пить. Вот пока у меня будет 6 баночек, а потом, может быть, еще сделаю. Смотрите, я вылила воду, рассол вылила, снова закипеть надо ему, вот, и добавляю сахар. Говорят, что даже кипятить не надо. Посмотрим, что выйдет. Так, и закрываем, и следующую банку также. Ну что, я это сделала, смотрите. Вот мой компот. 6 баночек у меня получилось, можно было еще больше. Ну что-то. Знаете, что интересно? Смотрите, здесь я когда поднялась, а тут нет почему-то. Не везде. Может, потом поднимется, да? Если понравились мои баночки, ставь лайк. Друзья, всем привет! Мы приехали в аквапарк Тики-Так. Выбрали мы время, соскучились мы уже по аквапарку, решили погулять. Ребят, в общем, рассказываю. 900 рублей стоит билет. Вот, с 50% скидкой. То есть многодетным 50% скидка. Вот. И еще плохо, что по карте не принимают. Я вот сейчас иду, мне надо снять денежку. Так что имейте в виду, что только за наличку. А я уже прям хочу туда нырнуть, прям не могу. Ну все, мы прошли, все хорошо, зашли в аквапарк. Сейчас найдем себе местечко и будем купаться. Вот здесь у нас искусственные волны пускают через каждые полчаса вроде. Закрываем глазики. Раз, два, три! Ого! Вот это чудеса! Поехали!
закидываю, закидываю вот так вот. Мне нужно посмотреть, какая у вас меткость. Асио! Бара-бара-бара, бери-бери-бери. Бара-бара-бара, бери-бери-бери-бери. Бара-бара-бара, бери-бери-бери. Э, Алекс Феррари fazendo бара-бери. Одновременно можем вдвоем, да? Ой, блин, я уже боюсь. Наташа, не так ложись, давай. Мать, попу спускай свою. Ой, я боюсь. Вообще, деткам очень-очень нравится. И нам тоже. Я в первый раз в жизни каталась на высоких вот этих вот горках. Это очень страшно. На ноги, буги, мы танцуем, буги-буги. Ай-а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 й
куклы в кукле. Этот день дубль в дубле. Поделились все команды, пока мы дули. Я сказал, руки выше, тебе так! Отлично! Эй, уличный бейсер, шейкер, шейкер. Эй, пати-мейкер, эй, пати-мейкер. Давайте побольше пошумим, да его, чтобы музыка, которую я ставил, вам обязательно понравилась. Мне очень нравятся те люди, которые сидят на обочине, так сказать, и наблюдают за всем праздником. Прям радует меня.
как привязывающий или нет. Ляпхай стоял. Неужели сон? Остановились ли? Не будет сон нас. Не поймали. Мы в любовь упали, когда вид ударил. Это у нас Катя. Это вот детская зона для деток. Купаться. В обед очень много народу было. Сейчас маленько уменьшилось. Как здорово. Когда сильно много, не очень удобно. Опа! У-ху-ху! Это у нас Настеночка. Последний день на море купаться. И полетят они обратно уже домой в Красноярск. Маш, иди еще попрыгай. Давай. И раз. Опа. Ребят, как вам аквапарк? Очень понравился. Супер? Да. Еще придете сюда? Да. Ура. А Маша? Единственная просьба не выносить продукты питания. Ребят, в общем, мы накупались. Я покаталась на горках и пропал голос маленько. Вот. В общем, мы все равно довольны и идем домой.